Ваше сердце в опасности, если у вас есть хотя бы один из трех симптомов. Головокружение. Мозг на какой-то миг не получает кислород и, как следствие, тошнота и обмороки. Это могут быть признаки скрытой аритмии вследствие жесткой диафрагмы. Опасно то, что во время обморока есть шанс упасть и удариться головой. Быстро улучшить сердечный ритм помогают упражнения на раскрытие грудной клетки и правильное дыхание. А как изменить ситуацию с сердцем на 180 градусов, рассказала в актуальном.